изменениям. Успех подобного семинара в Алматы сподвиг его организаторов повторить опыт в шахтерской столице, где состояние репродуктивного здоровья женщины и семьи в целом далеко оставляет желать лучшего. В течение последних лет в области отмечается неуклонная тенденция снижения рождаемости. По сравнению с 1985 годом, в прошлом году этот показатель снизился почти вдвое. Материнская же смертность почти вдвое возросла. Ежегодно в области умирают от 9 до 16 беременных женщин и роженец. Растет число криминальных абортов. В 96 году они стали причиной гибели 4 женщин. Под пристальным взглядом вождя пролетарской революции участники семинара решили, что сексуальная революция в Казахстане все-таки есть, а деликатных моментов в планировании семьи более чем достаточно. Вспомнить хотя бы о менталитете казахского народа, не поощряющем контрацепцию и осуждающем аборты.